Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Центр Бухареста сейчас является самым охраняемым местом в стране. Десятки вооруженных военных привезли в управление по борьбе с преступностью и терроризмом ДИКОТ тонну кокаина, обнаруженного в пятницу на пляже Свинту, Георгии. Наркотики стоимостью 300 миллионов евро были привезены на броневиках. Их сопровождали 30 военных в масках и 4 спецмашины, пишет Digi24.ru. По словам представителей ДИКОТ, в начале был найден один пакет с наркотиками. Вечером в среду 20 марта в округе Тулча пакет с килограммом кокаина выпал из фургона, зарегистрированного в Румынии. Физико-химический анализ, проведенный в лаборатории в Констанце, показал, что чистота наркотика составляет 90%, заявил во вторник главный прокурор ДИКОТ Феликс Банила. После этого начались следственные мероприятия, и в пятницу утром на Черноморском пляже в районе Свинту, Георгии, была обнаружена перевернутая лодка и подозрительные пакеты, аналогичные найденному ранее. Общее количество найденного кокаина составляет 1040 килограмм, а рыночная стоимость до 300 миллионов евро. Глава ДИКОТ сказал, что опрокидывание судна было случайным, но обнаружение кокаина было результатом большого расследования, начавшегося вечером 20 марта 2019 года, которое закончилось обнаружением на побережье Черного моря. Количество должно было утроиться после добавления других веществ. На рынке наркотик смешивают с другими веществами, в том числе и с парацетамолом. В ходе расследования выяснилось, что наркотики, произведенные в Южной Америке, доставлялись в Румынию морским путем. По этому делу были задержаны два сербских гражданина. Из имеющихся данных следует, что в совершении преступления принимали участие граждане Румынии, сказал главный прокурор ДИКОТ. По его словам, расследование проводится в сотрудничестве с судебными органами Сербии.